Ну и далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что интересного произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – Московский передвижной дельфинарий в Сурмовском парке. Здравствуйте. Сходила в поликлинику, где мне все сделали на высоком уровне. Я влюбился. Повторно. Я купил путевки на отпуск в Анапу. В отпуск ушел. Мы в деревню ездили к бабушке на огород. Да, в кино недавно ходила. Сегодня Международный день донора, и поэтому я вообще в последнее время только добро творю. Вот, а тут еще и впервые в жизни я оказалась самой младшей на этой акции, потому что моя младшая сестра уехала в лагерь. А в связи с твоей хорошей новостью мы с нашими друзьями, московским дельфинарием, который располагается в Сурмском парке, дарим тебе пригласительные на два лица и желаем хорошо провести время. Спасибо. То есть это вообще халява, да? Да. Спасибо.